Добро пожаловать на «Шелковый путь 2012». С вами Сергей Никольский. Маршрут на этот раз таков. Москва, Волгоград, Элиста, Геленджик. Ну а вчера Красная площадь проводила в путь до Геленджика 111 участников ралли-рейда. Впереди более 4000 километров, половина из которых с красной участки. Прямо с подиума на Васильевском спуске экипажи отправились в Рязань. Оттуда начинается для них первый отрезок «Шелкового пути». Задан курс на Волгоград. Между тем, наши иностранные участники мало-помалу входят в курс дела. Уже видно, что это будет живописная гонка и быстрая. Впрочем, вы все увидите. Погода чудная, и это для нас хорошо. Нам на приводе трудно бороться в грязи. 250 километров спецучастка и более 800 перегона сухой трассы нам не в диковинку. Час дня по полудню караван отправился в бой. Кристиан Лавель обещал вчера атаковать с первого километра дистанции. Так и сделал. И на первом промежуточном финише он опережал соперников почти на минуту. Но на следующих 100 километрах потерял полчаса, отыграть которые будет очень сложно. Еще один неудачный пьян. Его потери 13 минут, а значит, в итоге он опустился ниже 10 места. Чешский пилот Мирослав заплетал, отнюдь не заплутал российских дорожек. 13 место в общем зачете. Неплохой результат. Хотя Хаммер Алатия, помнится, на Дакаре выглядел гораздо быстрее. Девятое время дня у Виктора Волка. Ири Магналди, сменивший багги на джип, на шелковом пути не ударил в грязь лицом. В середине дистанции он шел шестым. Лишь последние 70 километров отбросили его на восьмое место. Шестое место для дебютанта марафонских гонок – несомненный успех, даже если это Гартенмайстер. Тони придется пока забыть классическое ралли. Маттиас Карли строил свою машину только для победы в абсолюте. Это первые километры для новой конструкции, и пока все идет неплохо. А вот и фавориты. Люсио Альварес открывал трассу. Ошибка в навигации стоила аргентинцу 5 минут отставания от лидера. Впрочем, третье место – вполне достойный результат.
«Лис пустыни» Жан-Луи Шлессер на своем баге сегодня проиграл лишь Борису Гадасю. Всех своих титулованных соотечественников он довольно легко опередил. А вот Борису уступил 11 секунд. Гадасин, вне всякого сомнения, настроен здесь на победу. Мы не планировали атаковать, и на шелковом пути вообще, и на первом спецучастке уж тем более. И поэтому действительно приятно, что с сильными соперниками получился хороший результат. Но надо четко понимать, что это всего лишь первый спецучасток. Посмотрим, что будет дальше. Нет, мы собираемся ехать аккуратно, потому что основная наша задача – это добраться до финиша. То, что нам не удавалось предыдущие 2 года. Вот и все. Вашему вниманию итоговая таблица первого дня марафона. Конечно же, это не повод для глобальных прогнозов. Интрига только-только разворачивается. Ну и, наконец, тяжелая артиллерия. Артур Ардавичус после впечатляющего выступления на Дакаре 2012 на шелковом пути сразу столкнулся с проблемами. После первого промежуточного финиша Артур встал на трассе и сейчас отстает от соперников на час. Встал на трассе и Франц Эхтер. Обновленная конструкция не выдержала наших песков. Российских болельщиков, конечно же, в первую очередь волновал вопрос, кто в отсутствие Владимира Чагина в камазовской команде возьмет на себя роль лидера. Судя по первым километрам рейда, эта нелегкая ноша упадет на Эдуарда Николаева. Его экипаж не маялся вопросом, насколько быстро окажется наш главный соперник Алис Лапрайс, который выступает теперь на Майне. Как начнет выступление Франц Эхтер? Ребята просто делали свою работу. Результат налицо. Николаев выиграл у Лапрайса более 4 минут. Айрат Мардеев проиграл своему партнеру по команде около 6 минут. Ну а что день грядущий нам готовит? Участникам предстоит отъехать от Волгограда на 100 километров, чтобы вернуться в город другой дорогой. Она будет и подлиннее на 200 километров, и посложнее. Устроители обещают достаточно быстрое начало гонки. В середине пески станут более вязкими, дюны обрывистые, так что возможны неожиданности. На этот случай экипажам предписано запастись всем необходимым для выживания. Водой в первую очередь. Жара крепчает. Ну а к финишу, который предусмотрен практически у ворот Бивуака, ведет каменистая закрученная дорога. Там мы и встретим самых удачливых. Но это завтра. А сегодня я прощаюсь с вами. До встречи на шелковом пути.